Добрый день! Рады приветствовать вас на канале Электромотор. Сегодня я хочу вам рассказать о электродвигателях таких торговых марок, как Kick Motor и Magnum. В данном видеоролике я хотела бы вам рассказать о электродвигателе AIR-112M2. Это трехфазный двигатель общепромышленного назначения, работающий от переменного тока. Сам корпус и подшипниковые щиты выполнены из чугуна, что делает двигатель более устойчивым к вибрации и значительно увеличивает срок службы электродвигателя AIR-112M2. Большим преимуществом перед другими аналогами является то, что материал корпуса и подшипниковые щиты выполнены из чугуна, что делает двигатель значительно устойчивым к вибрации и увеличивает срок службы. Работать этот двигатель может только во взрывобезопасной среде без агрессивных паров и токопроводящей пыли. Благодаря простоте конструкции и эксплуатации, также хорошей ремонтной способности и достаточно небольшой стоимости, электродвигатель AIR-112M2 очень популярен у потребителей. Он применяется как в аграрном, бытовом, так и в промышленных сферах. Мощность 7,5 кВт. Скорость вращения ротора 3000 оборотов в минуту. Напряжение 220-380 вольт. Степень защиты IP55. Диаметр вала 32 мм. Высота оси вращения 112 мм. Обмотка намотана медью. Напоминаю, что в компании «Электромотор» вы всегда можете найти только качественную и самую лучшую продукцию. По вопросам покупки обращайтесь к нам. Мы находимся в Киеве, Лесной проспект, 39А. Или позвоните 044-530-38. С вами была Татьяна. Всего хорошего!